А вы знаете, почему ваши эндокринологи постоянно твердят вам, чтобы вы тщательно следили за уровнем сахара в крови? Естественно, они врачи, естественно, они заботятся о вашем здоровье, но самое главное, говорили вам они о том, что самый немой орган без всяких симптомов, он может поломаться из-за того, что вы не следили уровнем сахара. Это почки. Если смотреть на мировую статистику, естественно, Кыргызстан не исключение. Большое количество почечной недостаточности, из-за чего происходит и пересадка почек, на первом месте во всех современных странах, это сахарный диабет. То есть, если не хотите лишний диагноз в вашем списке, то обязательно следите за рекомендациями врача. Сами должны следить, что вы едите, о вашем диете, препараты, которые вы принимаете. Если вы не хотите почечную недостаточность и тем самым попасть в гемодиализ, который будет длиться всю вашу жизнь. И вы прекрасно знаете и видите в городе Бишкек, что диализные центры последние годы все больше и больше, что говорит о том, что люди о своих почках совсем не заботятся, и поэтому вот так и происходит.